I just met with a group of children, 12 to 14 years old, living in Slovyansk, all their life or just recently arrived. And all of them had seen the impact of war. They had heard the bombs. They saw their family dying. They saw people dying. They saw their houses destroyed. And all of them were telling their stories through drawings in their school because of a program supported by UNICEF where the school psychologist helped them tell that story. Мы, психологи, в принципе, очень любим проективные методики. Это рисунки, лепка. Дети проецируют на бумаге свои чувства, свои эмоции. Многие дети видели реальные смерти или реальных людей. Тут блокпост нарисован, когда мы проезжали, нарисован солдат. Мы ехали и проезжали через много блокпостов. Мне было немного страшно, сильно близко мы жили и опасно было. У нас чуть-чуть новый дом пострадал, мы его только строим. Там окна разбили, но папа их уже новые вставил. Крышу залатал нам еще в старом доме. These kids have their lives turned around. They lose access to education. They feel stressed. They cannot sleep. Their families are torn apart. We in UNICEF think that this should stop. We are very actively working in the parts of Ukraine that are affected, bringing health, water, sanitation, the basic needs of children. Мы сами из Енакиева. У нас четверо детей. Вот ребенок уже родился четвертый не дома. Ну, мы уезжали, у нас еще было тогда все спокойно, мы не думали, что так надолго, думали, ну, как в отпуск съездим. А сейчас затянулось, в общем, уже почти год, как мы дома не были. Моему ребенку 6,5 месяца, мы очень нуждаемся в памперсах, вот, это очень большая помощь. The war in Ukraine needs to stop. Children need a peaceful future.